Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за йоркширским терьером. Преданность, дружелюбность и общительность – таковы главные отличительные черты йоркширских терьеров. Эти собаки не зря являются одними из самых популярных домашних животных. Они отлично уживаются с другими питомцами, хорошо ладят с детьми и прекрасно чувствуют себя как в загородном доме, так и не в большой городской квартире. Уход за представителями породы несложен, однако имеет ряд своих особенностей. О них мы сейчас и расскажем. Шерсть йоркширского терьера – его гордость. Она нуждается в тщательном уходе. Представителей породы необходимо ежедневно расчесывать специальной щеткой. Также важно регулярно водить собаку на груминг. Купать йоркширских терьеров рекомендуется по мере загрязнения. При содержании йоркширского терьера особое внимание важно уделять глазам и ушам питомца. Эти собаки предрасположены к развитию ушных и глазных заболеваний. Глаза и уши йорков нужно ежедневно осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Йоркширские терьеры не нуждаются в серьезных физических нагрузках. Гулять с представителями породы рекомендуется 2 раза в день по полчаса. В каждый выгул следует включать элементы игр и дрессировки. В холодную погоду йорков лучше одевать в специальную одежду. Эти собаки плохо переносят резкие перепады температур. Йоркширские терьеры склонны к стоматологическим проблемам, поэтому важно регулярно чистить представителям породы зубы. Также необходимо включать в рацион питомца специальные жевательные кости, которые предотвращают образование зубного камня и кариеса. Кроме этого, нельзя забывать о регулярных осмотрах собаки у ветеринарного врача. Йоркширские терьеры плохо переносят одиночество и долгое отсутствие хозяина дома. Если владелец не уделяет регулярно время своему питомцу, йорк может впасть в серьезную депрессию. Заводите представителя породы только если уверены, что сможете уделять ему ежедневно достаточное количество внимания. Питание йоркширских терьеров должно быть сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить представителей породы 2 раза в день – утром и вечером. Из натуральных продуктов йоркам больше всего придутся по вкусу крупы, курица, говядина и творог. Таковы основные особенности содержания йоркширских терьеров – очаровательных собак с очень добрым характером. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!